Предприятия, поднявшие цены на маски и увеличившие на этом прибыль на 1500%, нужно привлекать к ответственности. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов. По его словам, многие государственные полномочия и обязанности переданы частному бизнесу, из-за чего предприниматели допустили сверхнаценки на медицинские маски. Этот глобализм, этот капитализм довели до ручки в очередной раз власть в России. Выводы, к сожалению, не делаются. Мы предлагаем, мы требуем, да, оградить вот участие и присутствие вообще вот этого, значит, алчного частного производителя, да, от стратегических, во всяком случае, задач и полномочий государства.